Тема форума «Экономика и пандемия. Российский взгляд». Тема крайне актуальна на сегодняшний день, поскольку мы в 2020 году пережили очень трудный период, последствия которого и сегодня еще ощущаются. И очень важно, обсуждая с экспертами, представителями власти и бизнеса, вырабатывать решения по минимизации последствий этого кризиса и по определению путей выхода на устойчивые рельсы развития. Именно этому будет посвящен Красноярский экономический форум, и все треки деловой программы форума будут направлены так или иначе на ответы на эти вопросы. Форум у нас меняет свой формат, он будет проходить и в онлайн, и офлайн формате. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, никогда нельзя стоять на месте, нужно дальше двигаться, расти и развиваться. А с другой стороны, мы понимаем, что пандемия, конечно, диктует также свои условия, и определенные ограничения влияют на формат форума в этом году. Площадкой форума определен Сибирский федеральный университет, там пройдут офлайн форматы, а также будет организована работа студий в Красноярске, Москве, Сингапуре и Берлине, где эксперты будут обсуждать важнейшие вопросы нашей повестки. А с этих студий трансляции будут вестись в интернет, на телеканалы, поэтому мы понимаем, что несмотря на уменьшенное количество офлайн участников, аудитория форума вырастет. Также на форуме будут и другие нововведения. У нас будет работать виртуальная экспо, будут работать площадки виртуальной реальности. У нас будет форум в течение 5 дней в этом году. Он будет растянут по времени, что позволит более насыщенно обсудить все вопросы его повестки. У нас будут интересные решения в организационном плане. Для гостей и участников будут определенные предложены новые инструменты коммуникации. Поэтому форум, по сути говоря, в значительной степени в этом году обновляется, меняет свои форматы. Мы надеемся, что количество участников с учетом онлайна будет больше, а содержательная повестка останется на таком же признанном высоком уровне.